Всем привет! Доброе утро! Приятного аппетита, приятного чаепития. Как и обещал, Гошке вот мох взял, вчера не отдал. На улице у нас где-то плюс 3. Вчера выпал снег, сегодня снег шел. Гошка меня уже ждет. Здорово! Здорово, пошли! Здорово! 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 Хочет, хочет, хочет! Пиу-пиу-пиу! Ой-о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 й-
Так, ну это мох. Я тебе покушать так-то хотел дать. Пошли, садись. Доволен? Ну-ка сейчас затестим кое-что. Есть у меня этот одна штука такая. Гоша, смотри. Коша. Все, сейчас яйцо будет. Смотри. О, смотри. Гоша. Смотри, что появилось. Иди сюда. Иди сюда скорее. Положи. Так это же яйцо, типа. Ты съел? Ты съел свое яйцо? Такой, а что? А что такого? А как? По-другому? Все? Все было напрасно. Боже. Да. Ну-ка, пошли, полетаешь.
У меня для тебя есть штучка. Пошли. Пойдем. На круг. На круг. Да куда ты пошел? Иди сюда. На круг. Молодец. Кушай, кушай. Кушай. Сидит, медлит. Не хочет. Садись. На место иди. Кушай. Сейчас я откручу вот эту плашку от камеры. Тоже надо забрать. Что-то еще можно сделать в вольере. Можно снега ему накидать, конечно. Пока весь не растаял. А тут что? О, как? Нифига себе, хорошо схватился, блядь. Сантиметр, наверное. Понавешал еще канатов. Ну, один, получается, здесь протянул. И все. Пусть ковыряется, занимается. Я туда специально положил корм. Пытается его достать, но не знаю, получится или нет. Так, чтобы он понял, что там можно ползать, туда можно прятать еду. Вот. А пусть осваивает. Что еще? Пока что все. Больше ничего не сделал. Так снег поугарал только. Достал! Молодец! Спускайся. Что-то пока ковырялся, сделал вот такую штуку. Ну, в общем, пока ковырялся, стало как-то зябко, холодно, уже ветер и замерз. Ладно. Для того, чтобы он мог сюда что-нибудь прятать, засовывать, ну или ему туда запихивать, его задача будет доставать. То есть там две рейки, между ними пространство, и канатом еще зафигатил, чтобы потолще было. Вот. Ну, на саморезах все сделал. Будет и ползать. Все для чего? Для того, чтобы он больше на качельке сидел. На качельке, если сидит, значит, стачивает когти. Это очень важно. Ты куда мне в карман лезешь? Я тебе вот дам. Садись. Блин, так съел. В перчатках неудобно закидывать. Засранка. Ходит. Куда? Нельзя. Да. Ну и желательно мясо какое-то. Нифига вот там. Желательно мясо туда какое-нибудь закидывать, чтобы оно... Ну, поплотнее было, побольше, чтобы можно было получше поковырять. И вот он пока ходит, ковыряет, он стачивает когти. Он себе делает массаж лапам. Это хорошо. Да, ее бы немножко сюда выдвинуть. То есть вот где он сейчас стоит, там было бы удобно. Садись. О, можно, короче, я понял. Надо еще будет канат взять, натянуть здесь канат. Здесь и к нему уже прицепить вот этот. И он будет шататься и, короче... Ну, эту идею я попозже сделаю.
Покажу. Все покажу. А пока пошел греться, кушать и на стрим. Погодные условия очень не радуют. Снег, ветер, рыбаки сидят. Гошку фиг отпустишь, блин. Пока что. Стрим, всем привет. Пишите, я в Ютубе. Не, ну, можете на стриме, но лучше в комментариях вот здесь. Вот прямо сейчас смотрите и пишите в комментариях, я в Ютубе или в телевизоре. Смотря где смотрите. Так, я в Ютубе. Ну-ка, Ольга Старостина, Наталья, Ольга Алексанова, Рикошет, Наталья, Елена Макась, Ольга Старостина, Хитфик, Ольга Хорошенькая, Музик, Марфуша, Наталья, Инна, Олег, что-то Мьюзик, Володя, Рикошет, Лайт, Любовь, Елена, Вадим, Мастер, Ольга, Елена, Вадим, Музик и Рикошет. Короче, вот. О, это было сложно с таким ветром держать телефон. Но надеюсь, было слышно, потому что ветер сильно задувал. Тебя тоже, Гоша, сдувает немножко. Садись. Надо было шапку нормальную надеть, ту, которая не продувается. Капюшон. Пиу. Хочешь, как хочешь. Давай, Гоша, на круг полетел. Так, вроде на круг нормально. На рыбаков пока что пофиг. Сейчас восьмерочку. А ты уж что-нибудь возьми. Силы-то у тебя хватает. Восьмерку сделай. На восьмерку. Лезвие. Не лезь, сказал. Восьмерку сделай. На восьмерку. Зря. Не лезь, сказал. Блин. Ну куда? Ну куда? Балбес. Все, с ума сошел. Лови его, пока он на этих не напал. Алло. На пень сядь. Шишку дай мне. Молодец. Садись. Восьмерку сделай. Восьмерку. Сюда. Еще. Молодец. Садись. Восьмерку сделай. Восьмерку. Хоть здесь сюда. Подождок. Я стараюсь, он догоняет же. Еще. Он-то летающий, я-то. Молодец. Далеко садись. Не скрыться от такого. Давай на круг, полетел. Фух. Может, молодец. Что за драка? Гоша с ума сошел. Самая мощная, наверное, атака была из всех. Ну, упорство ему не занимать. Ну, упорство, да, в этом... Манифик, но it's no манифик. Нельзя. Нельзя. Может быть. Возможно. А представь, так бы до человека, которого не знал до этого. Вот ну... до этих бы ты копался.
Было бы не очень. Рыба сверху, бах. Нельзя. Мобильник. Гоша. Нельзя, тебе говорю, нельзя. Может быть. Сладости. Саяно-Шушенская ГЭС. Нельзя. Луна. Юпитер. Нельзя. Мобильник. Нельзя. Карандаш. Может быть. Ну куда? Нельзя. Я же сказал нельзя. Без понятия. Я же сказал может быть. Нельзя. Возможно. Возможно, возможно. Может быть. Монстр. Ты монстр. Ты Гоша. Что поделать? Не смотрю, не смотрю, не смотрю. Нельзя. Не смотрю на тебя. Ну-ка, куда? Это что такое? Я же тебе сказал нельзя. Вот сиди, жди. За раз сколько кило мяса съест Гоша? Сколько? Вот 1,5 крысы? Шишка. Не знаю, сколько это в килограмм. Моби Дик. Нельзя. Ну даже нет, за раз там 1,5 не съест. Я же тебе сказал нельзя. Это на день. Моби Дик. Возможно, возможно. Может. Может, нет? Нет. Ну да. Можно, бери. Молодец. Нормально он. Сразу. А так, знаешь, потроллил его, потроллил и вообще убрал сумку. У него вообще весь мир. На до и после разделится. Это будет сильно. Самое главное, что он не улетает, и ему давать понять, что я у него не забираю. Потому что вот вчера была показательная ситуация, когда он у меня был не пристегнут. 80, офигеть. И выдернул кусок мяса из руки. Вот. Я что-то сразу спохватился такой, думал, а, его надо ловить. А смотрю, а он не улетает, а просто мне обратно в руку положил, чтобы поудобнее было есть, и все. Вот. А если пытаться постоянно забрать, там, отобрать, еще что-то сделать, то он будет думать, что ты у него отбираешь. Не понял, про что ты ли напишешь. Нет, такой, Гоша, кушай. Какой чатов эмоций. Да, вот, видишь. Ну, вот так. Ты кушай, кушай, какие кушай. Чатов? Фига ты. Проглот. Что, проглотил? Да. Вот, блин. Клюв вытираем. Вот так. Иди снега поешь. Ветерок, конечно, да. Что он решил посидеть. Ветки тоже мощные. Так, пришли домой, заправил ему орехами. Хотел ему корм дать, а у меня в кармане яйцо перепелиное разбилось и все протекло. Давай, доставай. Орехов ему насыпал. Что тут? Фундук. Что-то еще. Этот. Персиковые или абрикосовые семечки. Там чуть-чуть осталось. Гош.
ты что достать не можешь? Да, чуть-чуть. А, она, наверное, то, что большая, из-за этого достать не может. В отверстие не пролазит. Так, а у меня в сумочке что-то есть?